Voici une gouache signée Alexandre Benois, un grand peintre russe et français d'ailleurs de fin de siècle, et qui a, il y a toute une histoire derrière ce charmant tableau. En fait, il y avait une amitié forte qui liait les deux hommes, Alexandre Benois et Maurice Ravel. Et pourquoi je parle de Maurice Ravel? Tout simplement parce que ce dessin-là, il représente la maison natale de Maurice Ravel à Cibourg. Et donc, ce dessin, il est magnifique. Il est adorable. On voit, il a plein de vie, plein de lumière, plein d'air. On sent vraiment que le tableau respire, qu'il vit. C'est excellent et ça reste bien évidemment un beau et précieux témoignage de cette amitié qui lie les deux grands artistes. А вот эта замечательная гуашь, это работа Александра Бенуа, которую он написал летом в Сибуре, в Пиренеях, в стране басков. Летом 2014 года, и которая представляет такой летний полдень в Сибуре, а на самом деле, и Александр Бенуа пометил здесь соответствующим образом на картине, она представляет родительский дом Мориса Равеля, знаменитейшего французского композитора, который вот был по происхождению из страны басков. И мы особенно здесь, конечно, очаровательно то, что эта картина, она живая, она дышит, в ней столько света и настоящей жизни. Это великолепие для глаз. Ну и надо сказать, что Александр Бенуа прекрасно знал Мориса Равеля. Не только дружба связывала этих двух великих художников, но и плодотворное артистическое, художественное сотрудничество. Достаточно привести пример знаменитого «Болеро», который Морис Равель написал для русской балерины Иды Рубинштейн для балетной постановки. И как раз декорации к этому спектаклю подготовил Александр Бенуа. Перед вами как раз удивительное свидетельство этой дружбы и плодотворного сотрудничества двух великих мастеров музыки и живописи.